尤里·塔夫罗夫斯基出生于1949年，是俄罗斯著名的中国问题专家之一，对中国有着深入了解和独到看法。他曾担任俄罗斯人民友谊大学教授、俄外交部外交官杂志主编，现为俄罗斯重要智库伊兹博尔斯克俱乐部终身成员、俄罗斯梦和中国梦智库负责人。近日，塔夫罗夫斯基在俄罗斯接受了中新社专访，他认为香港回归后实行的一国两制是行之有效的。Я был в Сянгане в декабре прошлого года впервые. Произвел на меня большое впечатление. Главное впечатление, что политика «одна страна, две системы» действительно действует. Я в этом убедился после встречи с журналистами газеты South China Morning Post. У них полная свобода печати. 对于当前的香港局势，塔夫罗夫斯基说，这些摩擦冲突属于政治进程的一部分，应被限定在某种框架内。但对于已发生的违法行为，政府应迅速制止。В Париже мы видим, да, в других странах есть много таких вот проблем, когда люди немножко разные, разного образа жизни, разного мышления, разного языка, может быть, разных диалектов, они соприкасаются и начинается трение. Дело правительства – урегулировать эти трения и не допускать проявлений, которые лежат за пределами закона, как это произошло в Гонконге, как это произошло в Сянгане, когда несколько десятков молодчиков в черных масках ворвались в здание парламента местного, разбили оборудование, осквернили символы власти местной. Это за пределами закона. Это необходимо было сразу, быстро, жестко прекратить. 塔夫罗夫斯基表示，俄罗斯也会遇到一些有冲突的示威游行，重要的是这些冲突要限制在一定范围内，不能允许出现大的暴动。Я считаю, что хорошо было бы обойтись без этих столкновений, но, очевидно, это неизбежно, и это часть политического процесса. Главное, даже эти проявления держать в каких-то определенных рамках, не допускать большого бунта. 塔夫罗夫斯基对于近期香港警方的表现给予高度评价，他认为香港警察表现十分专业。Я считаю, что в той ситуации полиция российская, полиция американская или французская действовали бы еще более жестко. 塔夫罗夫斯基认为，当前香港局势的背后是有外部势力干预。他说，要想知道到底是谁，就要分析到底谁会受益。Всегда в каждом судебном процессе задается вопрос, кому это выгодно?Это первый вопрос, который задают. Кому это выгодно? Они выгодны тем, кто хочет сдержать развитие Китая, сдержать его успехи. И не случайно, я считаю, нынешние волнения в Сянгане возникли накануне 70-летия празднования образования КНР. Делается все возможное сейчас Западом для того, чтобы не просто сдержать развитие Китая в долгосрочном плане, не позволить ему такими быстрыми темпами идти вперед, но и сорвать празднование 70-летия. 塔夫罗夫斯基表示，当前在俄罗斯也有一些活跃的抗议者，毋庸置疑，他们与西方非政府组织联系在一起。В Москве, я думаю, даже большее влияние западных центров, чем в Китае, и даже больше, чем в Сянгане.Люди, которые идут впереди демонстрантов, они очень часто живут просто на деньги, которые получают с Запада. Они ездят на Запад учиться, как осуществлять цветные революции. Можно сказать, что это профессионалы, профессиональные борцы за демократию. И в разных формах, в разной степени и в Москве, и в Сянгане, и в других частях мира применяются
примерно одни и те же технологии цветных революций, которые разработаны на Западе, которые испытаны, они очень часто очень успешны, эти технологии. И надо всегда понимать, кому выгодно. Кому выгодно создание конфликта, его расширение. В данном случае, безусловно, это все в интересах Запада. 更多精彩尽在中国新闻网客户端。